все знают. Она там долгое время тоже работала здесь в сфере именно моды. Там, помимо этого, она была актриса. Я, конечно, не знал, что она актриса. Я ее фильм до сих пор не смотрел. Шалмимашка, как халя. Колледжи болса, Бенгок номадаги республика рассумлик дизайн колледжи тугатканман. Дизайнерлик бойынша колледжда. Университетте өзүм жакшы көргөн сахамда окумаганмын, себеби окуган мутахассислигим халкаро туризм болгон. Строим. Есть какие-то еще вопросы? Есть просто у меня слишком много информации, я не могу все вам сливать. Ну, сейчас я веду именно строительный бизнес. Я забыл, еще у нас есть сеть пиццерии Рома Пицца, да. Сейчас, на данный момент. 11, а 4 филиала открывается, в течение вот месяца откроется. Такая вот... Только в Самарканде 100 тысяч квадратных метров. Сейчас вот начнем. Бандижан. Я не буду говорить о каких-то там банальных вещах, как бы... не все просто, это на самом деле, как там пишут в книгах, или там кто-то рассказывает вам. У меня все спонтанно, все как-то неожиданно все получается, всегда практически. Из-за того, что трудиться нужно, но это не физический труд, понимаете? Либо физический труд, но цель заработать именно в этой работе. Международный туризм. Так и на фазу тревел по, а мы ашкурмасы, а фантастический. Мен ата-оналарым қарсы болып, сізге басқа жолға оқиын десем, бәрібір сіздің ішіңізде басқа кәсіпке болған мехір өзі үстінен шығып кетеді.